С ними вы здесь работать по-любому не сможете. Однозначно. Ираклий, если я ударю, будет плохо. Блин, успокойся. Это будет уголовное дело. Другой раз. Честно вам говорю. Будет гораздо хуже. Смис. Хо, аба, эсэ. Алло, Ираклий, здравствуй. Я один раз вчера приземлился, ребята требуют 30 лари. Приземлился, потому что утро было, и так получилось, что либо мне вниз лететь, вот, и, в общем, человеку стало плохо, он говорит, вниз не лечу, не лети, пожалуйста, мне очень плохо. Я с ним, естественно, приземлился там, где мне было выгодно. Вот, я не думаю, что из-за этого нужно оплатить 30 лари ребятам. Это просто некорректно. Вот. Я туда никогда не приземлялся вчера и не приземлюсь, если не надо будет. Я понимаю ситуацию, мне объяснили. Ну, конечно, я сказал, я просто не понял, почему так. Такое все равно отношение, непонятно. Давай, гадай же. Ребята, большие бицепсы. Эгоизм полный. Ни дуга, ничего не Это не наше, потому что ты сейчас не контракт, не это. Где контракт? Вот посмотри, я знаю, вот смотри, я знаю. И не, я тебя не обманываю, серьезно говорю, это наше дело.
Машину уберите. В моей земле я бы был рад на хуй. Ну, в общем, мы подходили на Махальбек, чувак. Мы по Москве. Уберите машину. Где документы? Смотри, все документы вот сейчас. Где нахер уборили? Чего снимаешь? Сейчас не свою жизнь. Чего снимаешь? Катаю, хорошо. Спасибо, вот приехал. Кто приехал? Сбегал, приехал. Ну что? Ну что ты? Вы за аренду взяли? На аренду? Не купили? Ну так это идея. Пока еще не ваши. Мы наши. Хорошо, завтра у тебя есть документ? Есть люд? Мы же тебе показали тогда. Ну это только... Наха забрали. Завтра я теляю вот там, останавливаюсь машину. А ты можешь другой дорогой? Это опасное дело, что ты делаешь. Я пайлот. Ты понимаешь, ты лучше понимаешь. Как ты пайлот? Я знаю. Я поэтому и сделал это, потому что поэтому, ну это не хороший дело, это опасный. 5 дней, говорю, не садитесь здесь. Почему? Дай мне документ, я не садитесь здесь. Ну как же сдавали, первый день пришли, дали 2 документа. Это не документ, это не документ. Это чертеж. Чертеж говорю, это дает мне документ. Ну вот сейчас сделаю покажу специально, чтобы можно доказать, что я знаю. Но в данный момент распоряжаться будем мы. Где остановим? Ну, каждый там себя это хорошее дело? Я там говорю, там не моя земля, здесь моя только. Все, вот, я не могу там. Хорошо, все. Если ты так хочешь. Так все. И там не моя. Да я знаю. Ну, да. Я там останавливаюсь, машина. Я не против. Все, хорошо. Да, чили. Утмака разговаривает через веки, через вас посмотрю, если вы еще новый здесь. Никто. Я здесь, нет, там есть дорога. Я все делаю там, квадроцик и машина, никто не делает. Если ты хочешь, надо другой дорогу делать. Я хорошо не знаю, в чем тут дорога. Я тебе дорогу перегораживаю. Ты лучше знаешь. Это опасное дело, что ты делаешь? Я не делаю опасно. Я делаю безопасно, например. Чтобы не было здесь полета. А ты все равно летишь. Ну серьезно говорю, как раз уже, как и день точнее. Ак, макан из гачереба, арше из лева. Вот я понял.
Куда он приходил? Да нет, что ты что, я никогда не ударяю тебя. Да ты что, я не ударяю. Просто я попросил, подними, нет, ты сейчас не меня качайся, я тебя не кашу, пожалуйста. Ты меня касаешься, не трогай меня. Я тебя не трогаю, сейчас ты сам меня, я прошу, подними, пожалуйста, ты когда с тобой разговариваешь, Я когда разговариваю по-людски, я всегда поднимаюсь, когда меня наезжают. А ты что? Подожди, становись, где эта сука, почему он не пришел ко мне? Я что, убил быть его должен или что делать? По-моему, тебя уже не было, когда мы ехали. Ну я там стоял, просто я там был. Пусть наверху я убедил, подойдет это. Сказала, что Ярика побили. А у тебя в Тбилиси просто приеду, встречусь с определенными людьми. И пусть поинтересуются, что за херня, блядь, творится здесь. Если конкуренция, работайте, конкурируйте, ра проблема. А когда вот так грызня идет, блядь, из-за бабла, блядь, друг друга вымораживаете, ну это уже несерьезно. И лучше закрой, это блядство. И по понятиям, и без понятий. Как вот, по черным были, по красным, по полосатым. Так что я такие вещи не понимал и не принял, и не пойму, и не приму. Что
находится. Если внимательно посмотришь, не расходится. Угрожали? Кто угрожал? Вот уголовные дела в полиции. Это чья? Это случайно. Это случайно. А кто привез до полиции? Нет, это до полиции. Понимаешь? Угрожал. Почему угрожали? Тогда давай вот это скажите. Почему угрожали? Давайте. Почему угрожали? Для грузин, как вы думаете? Давайте так, законодательно не запрещено работать здесь иностранцам. Когда запретили, тогда мы отсюда. Совершенно верно. У меня в России. Из Казахстана. Казахстана? Да. А там нету законодательства? Там нету. Там грузины работают спокойно. Работают, ну еще коллеги не придают. Почему? Директор везде, все везде работают. Директор банка, Казахский банк. А ты говоришь, Антон. Я никого не выгнал, ни в какой не работал. Давай на другом месте разговаривать. Будешь разговаривать в другом месте. Иди отсюда вон. Тебя никто не приглашал, ты за нами бегала. Сегодня я у тебя буду открывать дверь. Тебе понравится? Правда? Да. А почему нет? Так, так. По твоей тактике буду работать. Ты умная, я глупая. Ладно, посмотрим, что сегодня кто будет работать. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Но если ты ко мне подойдешь, я тебе не дам. Да, Вы провокатор. Вы провокатор. Это видео, это камера, вам надо в жопу сунуть. Да, забрал. А у меня хочешь так сделать? Я тоже хочу. Я вас не знаю. А, никогда не забыл. Никогда не забыл. Давай, давай. Ты самый умный. Как вас зовут? Как вас зовут? Нет. Как вас зовут? Георг. Георгий, да. Очень приятно. Очень приятно. А почему вы снимаете меня? А я всех снимаю, не только вас. И тут, и там, везде снимаю. Пейзаж снимаем. И трогай нас руками. Мы любим. Руками не трогай. Всех снимаю. Почему? А потому что я не люблю, когда меня руками трогают. Павел, а я не люблю, когда меня снимают. Почему меня снимают? А потому что мы имеем право. По какому праву? Обычному. А видишь, камера стоит. По обычному праву. По какому? Everybody is coming in this country. We're going with this man. This man is very nice and he's